В Омске впервые в России прошли соревнования по подводным поцелуям. За победу боролись 18 пар. Их главной задачей было как можно дольше продержаться под водой. Для кого поцелуй в бассейне превратился в настоящую авантюру? И откуда вообще пошла мода на экзотический конкурс? Все это выясняла Елизавета Василевич. Готовы? Задержка дыхания, синхронное погружение и долгие объятия. Уже на первом этапе соревнований Владимир Зеленов и Надежда Иванюк ставят рекорд. Поцелуй продолжительностью 33 секунды. Тренироваться в бассейне им не приходилось. Готовилась пара в домашней обстановке. В итоге в финале состязаний влюбленные обошли своих соперников и выиграли конкурс с впечатляющим результатом. Продержались на глубине 1 минуту 7 секунд. Мы совершенно не надеялись на какое-то призовое место, тем более на первое, потому что думали, ну, соберется намного больше народу и будет очень сильная борьба. Просто очень боялась его подвести. Действительно, волновалась очень сильно. Ну, сказала, что мы не на экзамен идем, поэтому главное участие. Как оказалось, ловко маневрировать, обнявшись в бассейне, не так-то просто. Тут уже не до романтики. Участники соревнований убедились. Это в кино поцелуй под водой выглядят эстетично. Же не до красивой позы, особенно на соревнованиях. Важно, чтобы вода при поцелуе не попала в легкие. Для этого нужно как следует вдохнуть, а потом, нырнув, попытаться передать кислород партнеру. Однако сложнее всего, говорят пары, было преодолеть законы физики, удержаться на глубине. Тянет вверх, не дает погрузиться полностью, но все равно очень классное ощущение, такой адреналин, эмоции. Традиция устраивать столь необычное состязание пришла из Италии. Ежегодно в Риччоне, в провинции Римини, проходит International Kiss Event. Жители Средиземноморья, а также пары из Швейцарии, Франции и России погружаются в бассейн в форме сердца. Впрочем, приходить вдвоем совсем не обязательно. Однажды на знаменитые соревнования приехала англичанка, партнера для которой подобрали уже на месте. Мировой рекорд самого продолжительного поцелуя под водой, записанный в книге рекордов Гиннесса, был установлен в 2009 году. Тогда пара целовалась 2 минуты 27 секунд. И пусть пока до таких результатов омичам далеко, в темпераменте сибиряки ничуть не уступают итальянцам. Многие, воспользовавшись моментом, уже не замечали ничего вокруг. Елизавета Васильевич, Борис Кириллов, новости РНТВ Омск.